Семья имеет большое значение в России. Для меня семья стоит на первом месте. Русские семьи большие и дружные. Однако значение семьи в России не ограничивается мужем, женой и детьми. В него включаются дедушки, бабушки, тети, дяди, братья, сестры, племянники и племянницы. Члены русской семьи тесно общаются друг с другом и часто собираются вместе, особенно на таких семейных торжествах, как дни рождения и юбилеи. Так же, как и в любой семье, между членами семьи могут быть недопонимания и даже ссоры. Однако ясно одно – русские заботятся о своих семьях и всегда готовы помочь родственникам в трудные времена. Традиция о том, что каждый должен любить свой дом и защищать свою семью, воспитывается в русских с раннего детства. В России близкие люди – это огромное богатство.